В жизненных трудностях я всегда все-таки стараюсь придерживаться оптимистической точки зрения. Не драматизировать время, в котором вы живете, не драматизировать отношение к себе, это особенно к людям творческим, вот лично ко мне это относится, и терпимее к окружающим. Мой папа всегда говорил, когда жил, не надо смотреть, сколько машин у соседа, сколько у него кошелек, потому что ты не знаешь, откуда он берет эти деньги. Это вера в завтрашний день, это вера в себя, это вера в твое будущее, это вера, что ты можешь, это вера, что ты сделаешь, это вера, что это обязательно должно произойти, это вера в Бога, это вера. Дети, они пустякам радуются. Ты ему пальчик покажи маленькому, он будет ржать над этим долго. И вот в этот момент он счастлив, понимаешь? Всегда на позитив, всегда на позитива. Потому что если вы думаете о плохого, она будет обязательно. Очень хорошая фраза, что если я сдамся, то лучше не будет. Молиться, мне помогает это. Вот так. Всегда нужно верить. У меня были сложнейшие ситуации, когда я вообще не знал, что будет происходить завтра. Я боялся завтрашнего дня. Но я всегда верил. Надо взять себя в руки, нужно включить позитивную музыку, нужно побегать, покричать, все что угодно. Но все-таки не сдаться.